В архиве нашего музея есть копия отношения начальника Омского жандармского управления на имя начальника Омского полицмейстера о розыске, бежавшего из ссылки на Римский край, Петра Ивановича Воеводина, члена РСДРП, с указанием примет и с указанием тех действий, которые необходимо провести при его задержании. Документ того периода, подлинный, октябрь 1913 года. 5 лет для истории – это много или мало? Кажется, песчинка, но когда начинаешь изучать историю отдельных личностей, понимаешь, что за 5 лет может пройти целая эпоха. Петр Иванович Воеводин, который разыскивался царской полицией, сбежавший из ссылки. Кстати, из ссылки он бежал неоднократно. После революции был председателем Сибирского краевого продовольственного совета. В его подчинении находилась продовольственная милиция. Существовала такая милиция по обеспечению европейской части России продуктами питания. А впоследствии он был председателем Совета народного хозяйства в Западной Сибири. Не менее интересна и дальнейшая судьба Петра Ивановича Воеводина. В конце 20-х годов он был редактором журнала «Американская техника и сельское хозяйство». В 40-м году он персональный пенсионер, а в 1964 году ему присваивается звание Героя социалистического труда.